давайте поехали дальше. Вот так, наверное, оставим, да? Ой, 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 мои вороночки. Серьги, которые, ну, просто фавориты среди Луи Виттон. Сейчас посмотрю, что там еще есть, какие-нибудь вороночки. Есть. Вот они тут еще есть и в розовом золоте, и в желтом золоте. Этим больше, этим, наверное, уже 3 года. Вот там внутри надпись Louis Vuitton. Посмотрите, как они выполнены. Не тяжелые, то есть в ушах они не мешают. Мы знаем, что воронки, они не дают нашей энергии уйти, и при этом они не забирают энергию негативную извне. То есть они, воронки, это про позитивную энергию. Вот такие вот вороночки в желтом золоте и в розовом золоте. Они были настолько хороши, что я не могла выбрать, какие я хочу. Конечно, на свету они более отличаются по цвету, камера вот так не передает. Тоже невесомые, классные. Подождите. Так, клеймо есть. Я думаю, что мы их можем найти, что вот эти, при желании найти можем. Так, что еще у нас тут в закромах? А в закромах у нас потрясающая цепочка Тиффани. Подождите, сейчас сделаем побольше. Я посмотрю, у меня тут... Вот у меня подарки мужа, разные бриллиантики. Вот это вот у меня любимая цепочка, именно оригинал. Это браслет, именно оригинал из бутика в Нью-Йорке. А вот это вот цепочка нашей фабрики. Давайте все перекрутила, перекрутила, перекрутила. Видите, где что? Можете отличить? Вот это наша фабрика, не серебро. И они очень бюджетные, вот эти цепочки. Тоже со всеми лого. Вот это оригинал. Смотрите. Оп-оп-оп-оп-оп. Где что? Отличаете? Вот плетение цепочки, от плетения браслета из бутика. Давайте отложим, сделаем покрупнее, и сейчас еще что-нибудь рассмотрим. Так, вижу уже. Еще мои любимые малышки. Такие цвет фуксия. Нет, не снять их. Такие же были голубые. Я думаю, они у нас еще доступны. Кстати, хорошо, что я их достала. Теперь надо голубые достать, заказать. Посмотрите, какие мордашечки. Посмотрите, какие детали. Ага, вот показываю вам детали и вижу, что ногти у меня не в идеальном состоянии. Привет моему мастеру по маникюру. В пятницу встретимся. Буквально вот уже через пару дней. Привет, привет. Я знаю, она тоже в этой группе. Невесомые. Так, давайте достаем следующее сокровище. А, это сокровище, которое у нас и здесь же есть. Еще одна кусамка. Сейчас давайте, чтобы не искать, я вам отсюда достану. Вот смотрите, такая вот шпилька с острием. Любимая форма Louis Vuitton. Достаточно, нет, не скажу, что на ушах они не тяжелые, но они увесистые. То есть это не, не невесомые пташечки, это все-таки вещь. Лимит коллекция от знаменитой японской художницы, когда они сделали вместе с Louis Vuitton. Есть такие же еще в красном цвете, такие знаменитые мухоморчики. Так потрясающе они смотрятся.